Добрый день, меня зовут Анастасия Воронцова, и я директор Русской академии в Потомаке. Каждое лето у нас работает летний лагерь с июня и по август для детей от 5 до 12 лет. Мы работаем с 8 утра и до 6 вечера. Также трехразовое домашнее питание, свежие органические продукты, овощи и обязательно фрукты. Помимо наших основных педагогов в нашем лагере работают приглашенные специалисты. Каждая неделя тематическая. У нас есть недели, посвященные рисованию, недели, посвященные театру, недели, посвященные танцевальной студии. Мы занимаемся йогой, чтением, рисованием, развитием речи, рукоделием, музыкой, живописью, театральными классами. Также дети ездят купаться в бассейн, в парки, в театры на концерты и в зоопарки. С радостью ждем вас в нашем лагере!